Мы говорим о таком понятии, как принципы лидерства во взаимодействии. Я не смог вам раскрыть все вот вопросы, которые касаются общины, то есть внутренней общины, внутренней жизни общины. Но мы коснулись многих вопросов, которые насущны. О кризисе сегодняшнего лидерства, о кризисе лидерства вообще, как в церкви глобальной. Мы затронули немного вопросы о епископстве или пасторстве. Да? Я хочу зачитать вам место Писания, которое записано в послании к Тимофею. Да? Это 1 Тимофея, 3 глава. Я буду читать современный перевод, чтобы можно было понять слово епископ, да, такое как. И там написано: верно то, что я говорю. Если кто старается стать блюстителем, то стремится к хорошему делу. Слово блюститель — это кто или надзиратель, да, как я понимаю, что ассоциация не очень приятная. Это как будто либо в колонии строгого режима, надзиратель там еще. Но в сущности слово епископ — это тот, кто не просто главенствующий, а кто блюстит, то есть соблюдает какие-то правила, какие-то принципы Писания, или же то, что говорит Библия о тех, кто призваны к такому служению. То есть как это дар, все равно, я понимаю, как дар от Бога. Но блюститель должен вести такую жизнь, чтобы у людей не было оснований для осуждения. Вы скажите, люди всегда найдут основания для осуждения? Всегда. Всегда что-то, то прическа, то и так далее. Да, и, как и мне, да, я вчера после Йом-Кипура побрился, все подписали. То есть мне говорят: да, вы видите, вот заметили, да? Что есть. Сразу так резко. То есть есть моменты, которые люди всегда скажут: о, не, вам не идет, надо, как моя жена говорит, надо отрастить назад. Раньше не мог вырастить, мы говорим: не, брови. Мы вчера коснулись вот именно семейной жизни. Знаете, очень сложные вопросы вообще в современности. Как решать следующие вообще по жизни ситуации? Как решать вопросы людей, которые развелись? И хотят выйти замуж опять. Что если человек болен, да, и другой его полюбил? Как решать вопросы? А как решать вопросы, если человек инвалид, да, то есть не способен многим вещам, а потребности все-таки есть? Потому что Писание говорит: не муж владеет телом своим, но жена его, да, и наоборот. Мы, в общем-то, мы касаемся как бы поверхностно вот внутренних жизненных вопросов. В реальности внутренние вопросы общины людей – это тайна такая, которая разбираться с этим нужно будет очень много. Например, Ишуа говорит о том, что разве вы не знали, что изначально Бог, что Бог сочетал, человек да не разрушит. Да?
То есть не должно быть так, как Моисей сказал, по жестокозерию вашему, он дал разводное письмо. Так не должно быть. Две позиции может быть у человека. Да? Если, например, он вдовец, он может еще раз жениться, да? И так же самая женщина может замуж выйти. И какой еще? Или взято прелюбодеяние, да, там. Но при всем этом есть такое понятие, как милость и благость и любовь. Если человек прощает измену, они могут оставаться в браке. Да? Но вдруг Павел говорит, еще другая серая сторона. Серая сторона, которая за пределами, будем говорить так, уже иудейского позиции, хотя не должны разводиться. Один из примеров, если жена верующая, а муж неверующий, то Писание говорит о том, что муж освящается женой, а? Точно верующий? Точно верующий. Но говорит, и если он хочет жить с ней, хочет с ней жить, не она с ним, она обязана с ним жить. Вы понимаете, да? А он с ней, то он говорит, не ищи развода, не ищи причины себе. Многие люди пытаются, вот он неверующий, он так себе поступает и так далее, надо развестись, он хуже неверного. Ну, причина какая? Просто не хочет смиряться с теми вопросами, которые по жизни существуют. Что ты хочешь? Он неверующий человек, он поступает как неверующий. Может быть, к тебе это относится, жена, откуда ты знаешь, не спасешь ли ты мужа? Да? То есть до конца жизни, может быть, это твой крест, который должна нести. Но, говорит, если он как бы возненавидел, да, то есть если он не хочет жить с такой верующей, ну, ты же понимаете, что наши верующие мадамы, они же могут там кого хочет до вешалки довести. Да, там, особенно там, когда сегодня встречаешься там очень часто. Мой муж, он неверующий, но этот телевизор, это идол. И я выключаю этот телевизор, говорю, ты хотя бы с детьми поработай и так далее. К Богу надо идти. Я говорю, что ты делаешь? Ну что ты делаешь? Конечно, тебя возненавидит за две минуты, потому что он не понимает твоих проблем. Для него твои прибамбасы это сумасшедший дом. Вроде бы он считает себя нормально, да ты сумасшедшая, а ты считаешь его глупым и так далее. Не стоит. Да? И если он не хочет жить с такой женщиной, да, такой, как, по одной причине, не потому что она характер такой или какая еще, а по одной причине, что она стала верующей. Павел говорит, что свободным. Ты можешь свободно быть свободным. Вопрос, может ли она тогда выйти замуж? О, там уже начинается много вопросов. Очень много вопросов. Вы понимаете, что есть в Писании есть очень много ситуаций, которые не прописаны. Кто из вас понимает, что есть вещи, которые не прописаны в Библии? Да? Потому что то, что сейчас происходит, один из примеров. Да, вот. На заре пробуждения в Англии дошли до того, что чай и кофе считались наркотическими напитками. И всякий, кто употреблял чай или кофе, считался грешником. Правильно. Вот Валик, он не пьет кофе, потому что у него сердце болит. Поэтому это самое говорит, что правильно. Да? Вот. И момент такой, как объяснить людям, что это можно пить или нельзя пить. Кока-кола. Кто знает, что кока-кола – это вообще вредный напиток вообще? Очищающее средство. Об этой кока-коле никто не говорит ничего. Но все понимают, что оно плохое. Да? Семейный рецепт. Я просто вам говорю моменты такие. Например, такое понятие, как… Ну, я понимаю, что мы верующие люди. Не принимайте мои слова, как, знаете, вот… причину себе какую-то не ту жизнь вести. Да? Например, ничего Библия не говорит за курение.
Как реагировать на то, что люди курят? Да, вы, нет, тут мы можем, единственное, можем сослаться на то, что это приведет твой организм к разрушению, и ты умрешь. Можно, потому что Библия об этом говорит, о том, что разрушающий храм, да, будет наказан. То есть он, да, курение твое, я понимаю, если Бог бы хотел бы нам иметь, чтобы мы курили, как некоторые говорят, поставил бы еще дымоход в голове. Ну, один из примеров, да, таких вот. Новшество, современное новшество, такое модное среди молодежи, это кальян, да? Ну, об этом ничего не говорится в Библии. Как вот нам, как пасторам, как служителям, работать с такими людьми? Как нам говорить о пристрастии? Такой же самый интернет. Видели зомби интернета люди? Они не курят, они не пьют, они не блудят. Они такие... Да. Либо приходят на собрание. Аллилуйя, ла-ла-ла. И ушел. Об этом Библия не говорит. Как нам в современном мире, так, лидерам, которые Бог поставил на разном уровне, работать с людьми? Вы знаете, я скажу честно, сейчас может быть на самом деле намного серьезнее в нас ситуации. И люди говорят, мы очень близко к второму пришествию, да, его. Я согласен, я с вами 100% согласен. Мы очень близко, но как близко? Мы не знаем. Но в сущности, мы говорим, есть вещи в Писании, которые не оговорены. И Павел, вот я просто к чему это? Ишуа говорит, да не будет развода. Да, только есть две. Либо смерть, либо деяние. При двух позициях можно развести. Рав Шаул говорит, согласен с Христом, согласен с Моисеем. У нас еще одна проблема вышла. У нас начали язычники каяться. Да? Каяться начали язычники. И если семья не сбалансирована, и муж ненавидит свою жену за то, что она стала верующей, что ей делать? Рав Шаул говорит, может развестись. Оп. Та серая сторона, которую мы не учитываем. Другими словами, каждый, может быть, отрезок истории общины или церкви, да, Божьей имеет свою коррекцию современности. Имеет. Один из примеров такой, да, кто-то, может, понимает в моде или не понимает в моде, но в одно время было такое состояние, что и Писание говорит, чтобы мужчины не носили женскую одежду, а женщины носили мужскую одежду. Помните, да, такое? И было очень серьезно. Кто мне сегодня скажет, какая женская одежда, какая мужская? Если она не снята с мужчиной, я ее не одела, то это дерьмо, это женская одежда. Ну, а вы в секонд-хенде покупаете что-нибудь? Ну, откуда вы знаете, сколько там мужчин мне ходило до этого? Не, ну, кто знает? Кто знает вообще историю, модель и так далее? Ну да. Что штаны вообще-то женская одежда. Штаны — это женская одежда. Хотя в одно время это считалось наоборот. У мужчин должны быть штаны, у женщин должна быть юбка. Или там платье. Но на самом деле на Востоке это совсем другое положение немножко. Да, вот. Мы будем говорить так, если так копнуть глубоко-глубоко. Вопрос следующий. Какая должна быть длина бороды? И откуда она начинается? То есть не режь края своей бороды. Отсюда или отсюда? Или отсюда? И я о чем говорю? О том, что каждый современник, каждый этап церкви, да, он имеет свою позицию. Любые изменения, они должны быть корректированы обществом. Очень часто мне говорят, вот вы хотите загнать верующих людей в закон. Я говорю, фактически мы все под законом живем. Нет, мы свободны. Я говорю, хорошо. И в Писании говорится простая фраза.
одна из заповедей. Не прелюбодействуй. Правда? Есть такое? Сделайте мне интерпретацию. Что это значит? И вы потерялись. Правда? Я любому пастору из другой церкви говорю, интерпретируй. То есть истолкуй мне, что это значит. Но это значит, чтобы это самое, не иметь там секс с противоположным, да, там как бы вне брака там, и так далее. То есть помимо жены еще там незаконно иметь. Я говорю, хорошо. И так вот мужик это самое заснул, проснулся, уже имел с кем-то секс. И думаю, и все, это прелюбодействие. Что должно происходить? Но мы же учим, чтобы девочки сели по правую сторону, мальчики по левую, быть скромной, да, там, прикрывать, не вызывать какие-то чувства подлиннее юбки и так далее. Я говорю, то есть вы уже поставили закон. Если Писание говорит, оно говорит общее, но для каждого поколения, для каждого вот современного общины, да, подбирается то необходимое, что является чинно и благородно, что не вызывает осуждения и не привлекает. То есть община и общество верующих людей, они принимают то за основание отношений, что является приемлемым. Вы понимаете, да, нет, о чем я говорю? Я сейчас на камеру буду говорить, я понял, я уже повторял такие моменты. После войны, после Второй мировой войны, это история из братских таких разговоров служителей баптистских общин. Поверьте, было трудное время, и после войны ситуации были очень сложные. Многие наши женщины воспитывали детей, мужья, кто-то пришел с войны, кто-то не пришел с войны. Много сестер было в церквях, меньше братьев и все остальное. Да? Где-то к 50-м, 55-й год и так далее, вдруг потихоньку начался такой как бы момент, когда женщины начали делать прически, и я говорю вам так откровенно, да, что такое корсет? Кто-то понимает, да? То есть корсет, это, бюстгальтер такой. И начали сестры носить бюстгальтер. Знаете, что было? Был братский совет. Обсуждалось о том, что данный гардероб наших сестер не соответствует, Писанию. Писание ты, во-первых, не видишь его, а духу Писания, не знаю, духу, не духу, какому-то, но не соответствует приличию, потому что данный вид, или женщина, которая так себя подводила, это аморально, это были те женщины, которые были легкого поведения, они либо жены членов партии и так далее. Ну, понимаете, да? То есть это как-то особенное такое, затраты такие были на это. И брали сестер на замечание за то, что они использовали данный гардероб. И говорит, представляете, вот это было недавно, там, 2 года назад мы общались, и говорит, проходит каких-то 50 лет, мы сегодня начинаем иметь другую проблему. Мы собираем братский совет и говорим, почему наши сестры ничего не носят под бельем? Надо ставить их на замечание. Мы должны были определиться, тогда это было плохо или хорошо? Сейчас плохо или хорошо? Что это такое? Вот понимаете, да, вот как работает то, что должно быть правильно. Я верю в то, что Бог дает нам разум, понимание и для пасторов-служителей. Почему? Потому что слово «пастор» это означает пастор, тот, кто пасет овец, тот, кто предлагает им некий место,
где они будут питаться и назидаться, где они будут возрастать, они будут, будут тучнеть. Слово, которое используется в еврейском, это «роэ». «Адонай роэй» – «Господь, пастырь мой», да? «Роэй». На греческом это «поймен», то есть тот, я расскажу, в чем разница. Оно означает то, одно и то же. «Роэ» означает «питать, содержать и вести». То есть, когда Господь, пастырь мой, Он ведет, да? Он пасет, да? Он делает что-то. Слово греческое, которое мы используем здесь, просто основное понятие – пастух. Простое понятие – пастух. В чем как бы здесь ситуация? Пастырь, он должен вести к тем местам, где бы человек, который хочет возрастать, или же фактически он должен возрастать, он должен учить, он должен говорить, он должен наставлять, он должен как бы давать советы. Но не все люди принимают советы. И когда чаще всего пастырские советы не принимаются, люди попадают в очень различные, ну, проблемы. Да? И потом, почему я не слышал? Я вот слушал и не слышал. Видел книгу, смотрел книгу и видел что-то другое. Да, вот момент такие о том, что словосочетание, которое мы используем, пресвитер, епископ, пастырь, это синонимы, которые говорят о том, что человек, который блюстит, то есть соблюдает некие правила, которые принадлежат общине или же церкви. Современная церковь сегодня не должна быть похожа на мир. Вы понимаете, да? Не должна позволять себе тех вещей, которые позволяет мир. Поэтому я говорю о том, что даже если в Писании не говорится ничего о форме одежды, да, не означает, что нужно носить все то, что предлагает нам мир. Вы понимаете, о чем вы? И все то, что, например, не описывается о том Писании, например, сигареты, да, там, сигары, ну, или же кальян, который там, или там какие-то еще представители, наркотики и все остальное. Об этом не говорится в Писании, не означает о том, что то, что принято в этом мире, должно быть в церкви. Поэтому Бог поставил пастыров для того, чтобы направлять церковь, общину. И, конечно же, можно было бы обеспечить себя всякой безопасностью, любой безопасностью. Я буду с вами такое откровение, да, мы живем в очень сложном мире. Вот как для пастора, для меня сложно, многие вопросы решать очень сложно. Семейные вопросы сложно решать. Почему? Потому что, например, в практике нашего законодательства очень как принято то, что если супруги разводятся, да, вот, например, они делят имущество, они разделяют имущество. Ну, я понимаю, что как бы нажитое вместе и так далее. А если это законно? А если, например, супруги, они даже не супруги, они сожители, да, будем говорить так, они вместе, ну, человек покаялся, тот человек, с которым мы жили там уже 20 лет, там уже жили вместе, у них там вместе детей, но они никогда не были расписаны и все остальное. И он ни в какую, он не хочет, ну так, супружеские отношения через закон управлять. Что с ними делать? Да, вот так. А закон говорит так, ну, если они разводятся, или расходятся, будем говорить, они расходятся, не разводятся, а расходятся, то если доказывают соседи, что они больше 3 лет, они их знают, то имущество что? Делится. А мне, как пастору, что делать? Скажите, если церковь отделена от государства, от вопросов супружеских отношений, на самом деле, ну, реально, когда считать брак заключенным? Со дня, когда они расписались, или со дня, когда они повенчались? Никогда не думали об этом, да? Когда я понимаю, что вы молодые люди, вам это как бы этого даже не думайте о нас, о пасторах, о служителях, что нам нужно думать об этом.
как, вот, ну, реальность какова? Вот, вот молодые люди расписались. Конечно же, хорошо и правильно, когда вся община становится свидетелем их праздника, благословляют, они радуются вместе с ними. Это венчание, которое у нас есть, оно, как бы довести себя до этого состояния. А что, вы мне скажите, а если они, ну, бывает по-разному, да, потому что у нас молодое общество такое, молодые люди, было, ну, пристрастие такое реальное, и вот они расписались, а вот в день росписи они там с друзьями провели весело, уже как бы и допустили падение такое, вот между, ну, они падение, ну, у них секс произошел. Считать ли их прелюбодеями или нет? Вот не, ну... Не, без росписи они бы не сделали венчание. Но вопрос, они же расписались. Они считаются перед государством, мужем и женой? Да. А перед Богом? Почему нет? Вы понимаете, почему нет? Понимаете, почему нет? Вот мы сейчас с вами спорим. Вот вы никогда не думаете об этом, а это пастырские вопросы. Как мне донести молодежи, как мне донести для молодых людей, что... Как важно и приятно, и хорошо, когда вся община возлагает, ну, как бы, пастор возлагает руки, родители участвуют. Это чистота, это праведность, это прообраз церкви и Господа, что они становятся примером, да, вот этим, и что это нужно потерпеть. Немного, но потерпите. Это, вы так долго терпели, и зачем вот это делать? Но в реальности, что мне их брать на замечание? Слушайте, они муж и жена. По закону. Я понял, что никто так не думает. Вот это, а нам-то с этим думать. Я вам скажу честно, вот я переживаю за будущее. Как пастор. Вот, я, вот мы читаем сегодня вот работу, да, что такое пастор. Мы сейчас будем делать, что такое диаконы, говорить. Как пастор, я думаю, через 10 лет, если государство скажет, человек, мужчина и женщина, если они решили жить вместе, мы будем считать их мужем и женой, даже без официальной росписи. Как мне быть? Подождите. Вот подумайте, просто подумайте, как мне быть? Как пастырю соглашаться с этим или нет? Как найти в Писании вот этот момент? Вот эту ситуацию. Мы отделены как церковь, как община, как религиозная составная государства или общества. Мы отделены от общества. Мы не можем повлиять, например. Мне звонят там однажды: «Пастор, там, приезжайте, мой муж там меня бьет и так далее, как бы помогите мне выехать из дому и так далее». Я говорю: «Что вы делаете? Если я приеду туда, то я соучастник всего, мне можно посадить как соучастника». То есть, как бы, если бы я имел бы какое-то влияние, как бы там, знаете, вот как может быть, Писание, там, взят при попытке, там, ну, это прелюбодеяние, камнем забросали бы, там, все, общество решило, как бы, по закону, вроде бы, все нормально бы. А мы совсем по-другому живем. Вот, как решать? И вроде бы ты говоришь: позвоните в милицию, вы не хотите решить мои вопросы, я вам не нужна, пастор заботится об овцах и все остальное. Я говорю: да, но мне шею поломают и вешаю я потом мне. Кто вам будет пастор? Да, вот. Ну, я серьезно, вот я понял, что вы не сталкиваетесь с этими вопросами, а вот служители, которые вы же понимаете, что каждый из вас потенциальный служитель. Каждый из вас будет нести ответственность за людей. Как решать эти вопросы? Библейский, да, ты должен защитить человека. А по сути, что делать? Что делать? Что делать, если это самое, отец в пьяни побил сына, так, по-серьезному? Пастор, поговорите с ним. Я думаю: хорошо, я поговорю. Что ему скажу? Не пей, мужик. Уже говорили 300 раз. А что? Правильно, есть власть и государство. Но каждый пытается сделать так, чтобы что не могли среди братьев разобраться и там и так далее. Мы можем разобраться, но когда мы разбираемся очень часто, люди не хотят слушать. Им советуешь, говоришь, они потом говорят, что вы нас не любите, вы нас не уважаете. Я чаще всего говорю:
вы помиритесь, мужья и жены, вы себе помиритесь, а я останусь козлом отпущения после всего. Так оно бывает, очень часто. Ты влазишь в ситуацию, начинаешь их разбирать, все остальное. Они потом помирили, все, а потом говорят, вот он гад. Он влез в нашу семью, теперь он все знает, вот так все, и все. Пастор, вы что бы ему сказали? Я говорю, ну ты же просила, чтобы мы по каким-то образом повлияли, поговорили. Да, все правильно, но вы разрушили мои отношения с ним. Боже, уже мы виноваты. Если бы вы не пришли, бы все было бы хорошо. Но ты сказала, ты просил посреди ночи же приехать. Да, вот. Это я говорю о пастырях, это о служениях. И опять, ответьте мне, что если общество, государство, сегодня это на процессе судебном, да, если там разбирательство идет, нету такого понятия, как муж-жена, как бы только, а даже если сожители, сожительствуют вместе, и все равно идут через судебный, как муж и жена, они считаются, да, что нам делать, если через 10 лет или 20 лет мы все-таки придем к такому состоянию, где люди перестанут пользоваться ЗАГСом? Что делать? Я вас с мудростью, я смотрите на мою голову, все волосы повыдирал. Не, было, но я не имею опыта, вы понимаете, да? 100 лет назад, если бы я столько... Нет, там был закон религиозный, там религиозный был вопрос. Нет, ну, а еще раньше? Ну, я вас умоляю, еще до динозавров сейчас дойдем. Так давно я не живу. В Библии так написано. Я так давно не живу. Но мне как служителю, я вам скажу честно, как служителю мне сложно. Мне сложно, потому что оспаривать-то нечего. Вопросы решать как. А на сегодняшний день, что мне сейчас писать талмуды на наше внутреннее как бы положение общины? Потому что там наша молодежь увлеклась этим самым кальяном. И надо сейчас дописку делать это самое в наш устав внутренний. Кальян запрещен. Надо, правда? И вот послушайте так, еще. Я поэтому не удивляюсь, что Талмуд писался 300 лет. Правда. Просто это же все вопросы этики. Например, даже в Библии есть вот эти повивальные бабки, когда, например, узнали закон, убивать детей. Да, да. Этика. Да, это все этика. И очень много таких вопросов, типа самоубийство, самозащита, там, когда там надо решать, кого там, убить, там, маму или ребенка. Ну, вот эти все странные вопросы. Странные, очень страшные. А вот смотрите, даже ты правильно сказал, повивальные бабки. Но они посмотрели на Моисея, он прекрасный, они взяли ему спасли жизнь. А других? А других? Ну, понимаешь, да? Какая разница? Ну, представляете, закон вышел, а они ничего не делают. Они рисковали жизнью, но просто я вам говорю, все ли? Не все. Вопрос очень сложный, конечно, очень сложный. Где Господь, на какой стороне будет? И для нас это нужно, вот, как ты говоришь правильно, это совести, морали, это то, что, о чем говорит Библия, о том, что необходимо учить молодежь, что при всех обстоятельствах содержать свою деву в чистоте, научить молодежь не соответствовать мирским стандартам, что Бог благоволит к тем, кто сохраняет себя, да, это научить их ценности того, что ты дороже всех остальных жемчугов, ты дороже всех остальных тысячи прекрасных юношей, что Господь соединит. Даже научить людей оставаться незамужней очень сложно. Библия говорит об этом, да, но очень так мало, а люди что-то живут. Он там почитал две строчки, понял, что там две секунды. Можешь так жить? Можно. Но люди живут 30, 40, 50, 60 лет. У меня тетка есть, которая уже, там, как моей маме, 76 лет. Никогда не была замужем. И знаете, вот как бы, и когда встречаемся, она, ну, как бы, уже поздно, правильно, что там что-то думать. Она это самое. Но вопрос не в этом, а то, что когда-то она была влюблена, там, баптиста, что такое. Папа сказал, нет, баптисты, потому что они пятидесятники, это типа неверные.
говорит, папа запретил. Да, вот так. А сегодня верный он, неверный. Какой там это самое? Он исповедует Христа хоть один раз в году, там, на Пасху, или еще, да ладно, свой, он там гуляет, пьет, но он типа близок, он очень близок к Господу. Вот, и никак не дойдет. Понимаете, да? Но о чем мы говорим? Как нам научить молодежь? Как держать общину серьезной, ценной и возрастающей, укрепкой в Боге? Поэтому неудивительно, что люди, которые приходят в общину или в церковь, многие неверующие, потом говорят, ну что, как бы, либо это чересчур законническая секта, не разрешает ничего модерного, да, либо это либеральная, что хочу, то и делаю. Вот так вот. И неинтересно. Не угодишь людям. Но при всем этом, здесь говорится еще о диаконах. Именно диакон, слово диакон, что такое диакон? Как вы думаете? Слуга. Просто в греческом слове это часто используют как официант. Да, ну прикольно, да, но это как бы это то, кто просто, я не знаю, как сказать, исполняющий какую-то позицию, какую-то ответственность в общине, да, там. Потому что, но они были очень интересные люди. Вы поймите, вы должны понять, что это все равно позиция. Это все равно позиция. Будем говорить так. У нас есть, у нас как бы было танцевальное служение, там ситуация изменяется, да. Наташа у нас претендент сегодня на танцевальное служение. У нее есть способности, у нее есть возможности, у нее есть внешние как бы письма о том, что человек достойный и все остальное. Сможет ли она стать диаконом? Вот видите, ну да, диакониса, я понимаю, там, но дать такой титул сразу, как бы, это сложно, потому что в истории церкви, как бы так, это измененная часть, где как будто позиция, как погоны, некие ранги и так далее. Но в сущности, разве мало людей танцуют? Да, но кто-то должен их вести, кто-то должен иметь некие возможности, способности и желание это сделать. Вы понимаете, да? И ответственность на нем очень большая. Посмотрите, ответственность диакона. Если человек... Так, извините, сейчас я современно читаю перевод. Точно так же и помощники в церкви должны быть уважаемыми людьми. Помощники в церкви. Слово помощник, диакон. Диакон, это он координирует сферы жизни общины, не связанные с пасторством. Вы слышите? Не связанные с пасторством. Нет. Для этого, например, уже есть люди, которые для этого выделены. Для, как бы, слово пастор есть, пасторы. Есть старшие служители и так далее, которые ведут это все. Диаконы могут возглавлять служение, обучение, медийное служение, танцевальное, работа с командами, в домашних группах. Это диаконы. Служители, люди, которые служат, которые взяли на себя ответственность. Чуть-чуть как бы помогать другим людям. Они должны быть уважаемыми людьми, слову которых можно доверять. Они не должны увлекаться вином. Если старший пресвитер не должен быть пристрастен к вину, то эти не увлекаться.
Я смеюсь. Я просто смеюсь. Друзья. Но он увлекается, он разливает его под... для причастия. Я шучу. Вы должны меня знать немножко в этом направлении. Не должны быть нечестными людьми, пытающимися обогатиться обманным путем. Они должны придерживаться глубоких истин нашей веры и чистой совестью. С чистой совестью. Вот здесь очень интересная часть. Почему? Потому что эти люди фактически становятся теми, кто под собой или же ведут других, тех, кто может новообращенных, те, которые слабы в вере. Они должны сами удерживаться веры, истин, глубоких истин нашей веры с чистой совестью. То есть, опять же, он не должен быть из новообращенных, те же параметры. Эти люди также, как и пастыри, должны быть сначала подвергнуты испытанию. Любой человек, который хочет служить, он должен быть испытан. Мы должны со стороны смотреть. А потом говорится, также и женщины, помощницы, то есть диаконисы, в церкви должны быть достойны уважения. Они не должны быть, не должны заниматься клеветой, сплетнями, должны быть сдержаны, достойны доверия во всем. То есть эти люди, которые начинают служить, они должны придерживаться этих позиций. Почему? Потому что они должны показывать пример. У нас очень часто бывает наоборот. Люди с мира, они более сдержаны во всех своих вопросах, потому что никого ничего не знают вообще. Они сдержаны мнение о людях, чем те, кто уже вообще недавно. О каждом все знает. А потом, когда эти новые люди приходят, я тебе все о ней расскажу. Ты будь очень аккуратно, очень аккуратно. И пошел язык без костей, да? Но все же, да, они должны быть честны, диаконы должны быть честны, обязательно честны. Мы возьмем 2-3 минуты перерыва.